Привет, я Максим Гончаров, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук и директор Adidas Academy. Наша программа «Меняй жизнь через спорт» хоть и не чудо, но внесет чудесные перемены в твою жизнь. Твоя жизнь разделится на «до» и «после» и уже никогда не будет прежней. Загибай пальцы. Ты узнаешь, что в твоей жизни есть масса времени, которая занята совсем не тем, чем стоит. Ты освободишь достаточно времени, чтобы расставить приоритеты и посвятить свою жизнь реально стоящим вещам. Ты узнаешь возможности своего организма. Насколько ты силен, гибок, вынослив. Какую дистанцию и как быстро можешь пробежать. Сколько раз отжаться или простоять в планке. Ты начнешь взвешеннее относиться к питанию, сну и отдыху. Да и вообще понятие здоровья обретет новый смысл, и ты начнешь бережнее к нему относиться. Ты забудешь, что такое безделье. Спорт, регулярные тренировки или подготовка к соревнованиям станет повседневной частью твоей жизни. У тебя появятся новые цели и новые смыслы. Ты начнешь следить за мировыми спортивными событиями, на которые когда-нибудь захочешь отправиться. Работа перестанет быть единственным содержанием твоей жизни. За пределами работы ты откроешь массу интересного и ценного, чего не захочешь упустить. Ты научишься ценить время и проводить его с пользой, а работу делать вовремя. Твоя продуктивность вырастет, ведь тебе больше не надо имитировать бурную деятельность. Ты по-новому начнешь ценить отношения, поддержку и партнерство. В разговорах с друзьями ты больше не будешь говорить об изжоге, больной печени или суставах. Скорее об экипировке, кроссовках, новых спортивных событиях и целях. Да, и еще у тебя будут друзья, новые знакомства и даже целые сообщества. У тебя появится вкус к жизни. Чтобы его лучше распробовать, ты научишься выбирать правильный темп жизни. Ты не будешь торопиться, но и не будешь медлить. Ты научишься ценить то, что ты достиг, а не то, чего упустил. Ты научишься себя хвалить и гордиться собой еще больше. Тебе захочется делиться своими достижениями с детьми и с другими людьми, ведь ты теперь автор собственной жизни. Возможно, ты начнешь преподавать, вести блог или даже писать книги. Твоя самооценка непременно окрепнет. Ты станешь самодостаточнее, автономнее и увереннее. Саморазвитие станет естественной составляющей твоей жизни. Ты найдешь мир в душе и почувствуешь свою значимость. Несмотря на легкое чувство сожаления, что ты не начал делать это все раньше, ты начнешь мечтать. Ты научишься превращать свои трудности в цели и задачи, а не искать отговорки. Твои достижения будут манить тебя не останавливаться, а искать новые горизонты. Наверняка ты задумаешься и о своей старости. Как будешь проводить время, когда выйдешь на пенсию? Где будешь путешествовать и какой активностью будешь увлекаться? Ты не будешь бояться провести старость в постели, привязанной трубочкой, а увлечешься темой активного долголетия. Старость не будет тебя пугать. И последнее. Ты узнаешь, что ты значимая часть этого мира, а мир – часть тебя. Тебе захочется делать этот мир лучше и вовлекать в это все больше и больше людей. Хочешь таких перемен? Тогда тебе к нам.